не поленилась, поднялась. Сейчас зайдем туда в жилище. О, так нависать прямо надо мной. Вот вам с высоты. Я, между прочим, эти скалы и рисовала на подарок Олегу Алексеевичу картину, когда... Красота. Красота. А, смотрите. Это я так наверху. Пошла я в пещеру. Пошлите в пещеру, посмотрим, что там. Ступеньки даже. Видите? Ступенечка раз. Опа. Я трогаю это. Тут жилище было, серьезно. Ниши всякие. У меня пальца нет. Опа. Вот, видите? Ступенечки. Правда, поизрисовали. О. Ну, вход, может, для скотины. Не знаю, вот тут вот дырочка выдолблена. Тут вот какие-то ямки специальные. Закрывалась, наверное. Опа. Скала. Ой, ненормальная, да? Ну и что? А там она кошечка. Так, аккуратно. Правда, с него. А, нет, то еще какой-то, потому что там же не было пространства. Но туда я уже не залезу, наверное. Ой, какая-то ямочка. Погреб, наверное, подвальчик какой-то. Просто углубление. Вот так. Вот так, друзья. Спасибо, что вы у меня есть. Если б не вы, точно бы я никогда не забыла, когда сюда поехала. Красота. Я потом вам еще одну там скалку сниму. Она на зайца похожа. Ну все, спускайся.